Всем привет, с вами я, Елена Шиповала. Сегодня мы будем делать открытку ко дню Святого Валентина. Так, я беру заготовку. Сегодня у меня заготовка размером 10 на 15 сантиметров. Также я подготовила фон размером на 5 миллиметров меньше, чем моя заготовка. И сразу же приклею его. Так, также я подготовила, вырезала такой небольшой тег. Он у меня был в большом основном наборе. Вот такой вот общий набор. И я хочу сделать для этого послания небольшой конвертик. Для этого я беру крафт-бумагу. И из этой бумаги я вырезаю квадрат размером 9,5 на 9,5 сантиметров. Беру доску для беговки. И на расстоянии, вот здесь вот у меня есть специальная линейка для конвертов, на расстоянии вот на отметке 20 я провожу линию. С другой стороны я делаю точно так же. Далее я затонирую конверт. В таком положении приклеится только конверт. Далее я украшу конверт разными цветами. Так, ножки я отрезаю. Я хочу здесь сделать такую небольшую веревочку, отмерю примерно, чтобы она была вот так. Даже можно еще немножко покороче ее сделать. Это красный вощеный шнур. Так, теперь я вырезала из такого кусочка гофрированного картона дыроколом вот такое сердечко. Я уже использовала такие сердечки в одном из мастер-классов. И теперь я приклею эту веревочку вот сюда и закрою стык вот этим сердечком. Так, вот эту веревочку нужно еще немножко подрезать, она все-таки длинновата. И второй кончик этой веревочки я тоже приклею, но здесь я закрою стык одним из цветочков. Так, вот здесь еще приклею парочку цветочков. Так, и теперь точно таким же дыроколом, как мы делали это сердечко, я сделаю еще одно сердечко из красной бумаги. Так, а теперь
теперь возьму вот такую маленькую прищепочку и вот это сердечко, которое мы сделали, и приколю его к этой веревочке. Прицепим сюда еще одну такую же прищепочку, но сейчас уже возьмем еще одно сердечко из гофрированного картона. Наша открытка готова. Если вам понравился мой мастер-класс, пожалуйста, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на мой канал. С вами была Елена Шиповал, до новых встреч!